Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами Танеук, это Танеук Гейминг. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция. На этот раз Motionless in White Masterpiece. Новый трек из нового альбома, который выйдет у ребят в начале июня. 10 числа, если быть точным. Поэтому ждем нового альбома. Ждем, как обычно, офигительно крутой музыки от них. И давайте разберем, что из себя представляет этот трек. Я думаю, Motionless in White не нужно особо представлять. Уже не раз были обзоры на канале. Офигительная группа, одна из передовых, так сказать, столбов современной метал-индустрии. Поэтому присаживаемся поудобнее и давайте слушать вместе немножко текста на английском и поехали. Hello everyone, guys, welcome back to the channel to another music reaction video. This is Not Okay Gaming, or it's a new gaming here, and today we got Motionless in White Masterpiece, I believe first single from the upcoming album that will be released in the beginning of June. So let's sit down and react for a bit for these beautiful guys. So let's begin. No need to introduction of Motionless White. There are plenty of reactions on this channel, I believe 2 or 3 already. So let's dive into another one and let's hope the new album will be as great as previous ones. So let's begin. Так, 3, 2, 1. Поехали. All the stupid lies and the stupid games left a vacancy in this picture frame. A prisoner by my own hands. Cause if I can't have me, then no one can. I need to heal. Классическое, да, построение песни идет как build-up к припеву. Идет построение, идет увеличение, так сказать. Накал, говорится, эмоциональный. Построение к припеву и эмоциональный такой припев, который сопровождается офигительным инструменталом. Как обычно, плюс несравненным вокалом. В принципе, пока все очень клево. Пока все очень клево. Поехали дальше, слушаем. То есть данный трек, да, нам представляет собой
классический метал без, ну, без ярко выраженных таких скримов, а классический традиционный, даже можно сказать, вокал с современной. И здесь нет ничего в этом плохого. Опять же, достаточно непривычно слышать именно только чистое исполнение от этих ребят. У них обычно всегда идет миксовка. Но здесь как бы, не знаю, заглавный трек от альбома или нет. Может быть, будут еще клипы, может быть, еще будет релиз. Скорее всего, будут. Не думаю, что это последний трек именно и плюс видео, которые ребята покажут до июня. Поэтому почему именно так подобрано, понятное дело, что нужно именно конкретно у них спрашивать. Но, опять же говорю, здесь нет ничего плохого в этом. По стилистике все круто, все выдержано по стандартам, говорится, современной метал-индустрии. Просто все офигительно клево. Плюс классный припев. Еще раз повторю, построение от начала куплета до самого припева идет наращивание эмоциональной части, потом в конце припев, всплеск и, как говорится, опять переход в следующую фазу. Поехали дальше, смотрим. Дальше, может быть, по стандарту, как обычно, инструментальная часть, именно соло. Какие-нибудь гитарные, барабанные, такие, какие угодно. Слушаем, смотрим. То есть, как только я сказал про все стандарты, да, что все, в принципе, плюс-минус, не сказать обыкновенно, но, говорится, просто, повторюсь, по стандарту, по канону. И тут тебе на миксовочка, бам, вскрим, ты такой, блин, ну окей, 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 окей. Значит, ребята, я же говорю, все-таки есть у них вот этот вот. Все-таки эта изюминка, она всегда есть и будет, потому что непривычно было слышать вот именно чистый вокал на протяжении всей песни, а здесь все-таки в конце, да, миксанули они со скримом, хорошо, хорошо сделали. Класс. Плюс хочу отметить очень классные, опять же, спецэффекты по поводу клипа, видео. Мне кажется, не сильно это просто сделать. Особенно вот эти последние минуты, да, там, где вот это лицо в огне, шрамы и так далее. Это детализация эффектов на высочайшем уровне. Я же говорю, иногда кажется, что люди, которые снимают клипы, сняли бы некоторые фильмы, которые мы уже там видели, или там, которые даже выйдут, намного лучше, чем кинематограф. В этом вся суть. Поэтому тоже очень большой талант и респект этим ребятам, которые занимаются
обработка клипов это просто, ну, серьезный, очень крутой труд и очень часто недооцененный, потому что по картинке часто густо первое впечатление о группе складывается, и на самом деле потом на основе какого-то там популярного либо ихнего песни, либо клипов, ну, у людей тоже какое-то свое впечатление отлаживается, типа, вот у них там классные песни, допустим, ну, какие-то фиговые клипы, ты думаешь, блин, ну, как так, думаешь, вроде бы классные такие ребята там, или там девчонки, неважно, делают офигенную музыку, а вот клип не получается у них. Либо есть наоборот, да, то, что, типа, крутые клипы, ну, то есть, как бы, когда одно играет с другим, это прям получается, как здесь, классно. Вот такой вот реакция у нас, вот такой вот, говорю, вот такая вот реакция. Пишите в комментариях, поговорим, обсудим, что и как, кому что нравится, кому здесь что не понравилось, поэтому... От себя, как обычно, хорошего настроения. Мир над головой, самое главное в это наше время. Добра, счастья, здоровья. Подписывайтесь, как обычно, YouTube, Instagram, Telegram, Twitch, Trovo, все платформы, где я есть. До скорой встречи, с вами был Танек, пока, до следующей реакции. Peace.